участник номер 10 сейчас выйдет на эту сцену. Это дебют. Дебют не просто дебют. Вообще, ну, как бы, этот участник, как он мне сказал, выходит с музыкальными обычно номерами, что он и сделает во вторник. А сегодня вот такой эксперимент у него или что, я уж не знаю. Давайте его поддержим, потому что это дебют. И под ваши аплодисменты сюда выходит Петр Олесов. Встречайте, дорогие друзья. Вот, спасибо, да. Как надо. Небольшое вступительное слово, позвольте. Имя вы мое знаете. Петя, 15 лет, пишу 4 месяца. У меня есть книжка своя зато. Это хоть что-то. Спасибо. Сегодня будет обширная программа, потому что время забить нужно как-то. Минут на 7. Сейчас начнем с коротеньких зарисовочек, буквально одно четверостишее, но не важно, это тоже творчество. Считается, по крайней мере. Обрушилось небо, и солнце пропало, а мертвые тучи рыдали кровавым дождем. Как-то так. Это первое. Жили-были в ложке, волжа в кошке. Да, что-то вроде того. Следующее. Руками я закрыл глаза, уж лучше б я ослеп, ведь этот дивный новый мир сведет с ума любого. Как-то так. Следующий. Чуть-чуть побольше. Называется «Последний поцелуй». Не думайте, что название как-то соответствует содержанию. «О ты, любовь моя, отдай мне свой последний поцелуй и забери меня с собой туда, на край земли, туда, где есть лишь тишина». Завуалировано. Следующий. Из пепельно-серого неба пошел рыжий, как ржавчина, дождь, и зелень цвести начала. Раскрылись бутоны цветов, и ивы раскинули ветви. В такие моменты я начинаю себя просто ненавидеть. Спасибо. Следующее. Первую строчку я, можно сказать, позаимствовал, но это не самое главное. Ведь жизнь — игра, а мир — тот самый театр, в котором мы играем жизнь. А зрители — прохожие, и им нужны не зрелище и хлеб, а боль, страдания, потери. И занавес — та смерть, которой мы так ждем. Спасибо. Все, начался самозамес, или как это называется? Следующий называется «Любовь». Почти то же самое. Я очень волнуюсь, это мое второе публичное выступление, а первое было вчера. Всем бы так волноваться. Спасибо. Она пронзила грудь мою, такого я не ожидал. Любовь позабыл, но она возвратилась. В моем сердце из камня чувства проснулись. Их шепот лишает рассудка, их шепот меня убивает. Это все потому, что я нервничаю. На самом деле, я пытаюсь быть серьезным. Не получается. Надо было идти в стендап и все. Будет, да? Не извините, спасибо. Следующее. Там немножко про религию. Надеюсь, никто не против? Нет. И тишина в зале. Называется «Ангел-хранитель». Такое название. И смерть пришла, без церемоний забрала с собой, сразила наповал неизлечимая болезнь. И вот предстал я перед Богом в своем земном обличии, и он спросил: готов отправиться ты в рай? Я крикнул: никогда! Его лицо не изменилось, решил продолжить я. Как мог создать такой ужасный дивный мир, где правят голод и чума, где правят смерть и войны? Ведь люди молятся тебе, прося не вечной жизни, не богатств, а просят лишь дожить до завтра. И плюнув в сторону Создателя, я развернулся и ушел. Спустившись с неба, мой дух скитался по земле. Я начал людям помогать в момент печали и беды. Все звали меня ангелом, а я такой же, как они. Ну еще парочку, я думаю, я смогу. Еще? Еще? Ладно. Следующая тоже любовная лирика, называется «Прости».
и вы меня простите. Прости за все, за то, что подошел к тебе, за то, что встречи нашей ждал, за то, что я сказал и написал, за то, что взглядом встретились с тобой. Прости меня за ту любовь, из-за которой я сходил с ума. Прости меня за все. Все. И прочитаю, нет, не последнее, но это считается моя визитная карточка, называется «Зеркало». И вот наедине я с отражением своим, но вместо своего лица я вижу демона, пришедшего из проклятых земель. Воскликнул я: «Изыди, демон, оставь меня в покое, ведь ты лишь вымысел, а реален только я». Засаду он промолвил: «Ты поймешь», и испарился, оставив за собой лишь ненависть к живому. И только через годы смог понять, что проклятые земли есть душа моя, а демон — это я. Спасибо. Еще какой-нибудь может прочитать? Кто меня останавливает? У меня еще время есть. Еще есть. Называется «Одиночество». Меня не остановит. Весело, да. Народ смеется, people how it. Нормально пока. Опять остался я один, исчез в глазах других и превратился в тень того, кем раньше был. Иду по улицам пустынным, и тень исчезла, след пропал, и голос мой ослаб. Людей бояться стал я, поскольку душу я раскрою, никто понять меня не может, и все в нее плюют. Умерив пламенный свой пыл, на потолке я завязал петлю. Надев причудливый свой галстук, все голоса затихли. Промолвил я: «Прощай, жестокий мир!» И, выбив табурет, отправился я в царство вечных грез. Как-то так. Петр Олесов это был. Ну что ж, вот такой замечательный дебют на свободном микрофоне-марафоне. Удивительно просто.